скинули, чтобы я вот это посмотрел. И спасибо вам большое. Реально огромное вам спасибо за просто сумасшедшую активность под прошлым видосом. Там порядка 4000 комментариев. 20! Хочу себе такую майку. 20 тысяч лайков, вы с ума сошли. Это очень мотивирует. Капец, кстати, вот у него есть 20 тысяч лайков, а мне лайки не ставят. Смотрите. Вот это 2300 людей, а на пике было даже в два, ну, точнее, на тысячу больше, хотел сказать, в два раза больше, жирануть жестко хотел навалить, вот. Ну и что бы вы думали, мне вот это лайки вообще не ставят почему-то. А ну-ка, мне вот это дайте, пожалуйста, лике. Вот. Ну и что бы вы, лике, пожалуйста, поставьте, сам себе поставлю. Меня делать ролики дальше. Была заминочка в 2 недели, связанная с некоторыми обстоятельствами, но все наладится. Я вас услышал, я вас понял. Ну и как вы и просили, я делаю вам вторую часть роликов про ебанутых слаймеров, чокнутых, блядь. По поводу румтура, типа, я думаю записать его в одном из следующих видео, купается, но... это шо, только... у него я такое себе тоже хочу. Только если вы реально попросите, потому что, ну, скажем так, моя квартира это не что-то слишком интересное, и это полная хуйня, ебать. Серьезно, чего вы тут увидите? Вот тут я сплю, вот тут я жру, вот тут я сижу, вот тут я лежу, блядь. Ну, очень тут, интересно. Этим занимается, я так понимаю, семейная пара, которой на вид лет по 35 минимум. Купец он не... фараон, смотрите, рэпер фараон. Они сидят, пилят слаймы. Я, знаете, я просто хочу потешиться над ними. Всем привет! С вами Маша и Денис. И сегодня у нас уже 4-я часть челленджа «Мистические коробки». Кстати, меня кринжит. Я раньше думал, что это крутая тема. Представлять типа своего собеседника. Вот если вы двойной ролик снимаете, лучше представляйте сами себя. Не представляйте вот так вот, как они там, типа, он говорит Маша, а она говорит... Кирилл, да? Ну, Кирилл красава, блин, сразу видно, нормальный парень, жирный. Жирная банда, жир за жир. Ну, что-то, ну, реально, ну, не супер, когда вот так вот. Потому что мозг обрабатывает так, что кто сказал, тот себя и назвал. И получается, что его зовут Маша, а ее зовут Кирилл. Сегодня у нас уже 4-я часть челленджа «Мистические коробки слайм челлендж». Просто сразу, давайте посмотрим на лицо вот этого парня. Блин, я смотрю реакцию на реакции я делаю, да? Сколько же ему... плохо. Каждую секунду он говорит себе, это ради денег, это только ради денег, успокойся. Реально, посмотрите, она как ей нравится, он такой, бля, слаймы кручу, кек. Тебе нужны деньги, ты хочешь денег? Сегодня у нас уже 4-я часть челленджа «Мистические коробки слайм челлендж». Честно говоря, никогда бы не подумала, что у челленджа какого-то... Я тоже не подумал, что у слайма какого-то могут быть миллионы подписчиков, блять. Кстати, по поводу инстаграма, можете подписываться на инстаграм Дениса. Очень интересно. Ну я общаюсь просто потому, что мне нужны деньги. Мне это правда неинтересно. Она меня пилит, она меня каждое утро будет со словами: сука, пойдем пилить слаймы. Я плачу в подушку, говорю, я больше не могу, только не слаймы. Она говорит, давай. Сука, я обожаю этот эффект. Как мне делать такие на стримах эффекты? Челлендж 4-я часть. Мы работаем за прикольные репосты, блять. Все, как поставишь, так поставим. Так, так. Не, давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Открываем и смотрим. И... Ого, у меня клей Дольче Густа. Клей Дольче Густа. Это так отлично. Я бы не хотел смотреть реакцию на реакцию. Я хочу просто посмотреть видео про этих челиков. Не крутой. Капец, вот это они лепят. Они лопатой лепят. А у меня как будет называться? Подождите, ладно, подождите стоять, я хочу оригинал. Извини, братуха, я не буду делать реакт на это видео, я сейчас хочу найти оригинал. Он скидывал? А, тварь, не кидал ссылку на оригинал, хочу оригинал посмотреть. Бедный мужик, он такой, блядь, не заставляй меня делать вид, что мне это вообще интересно, блядь. Придумывать название твоему слайму. Название слайма. Пытаюсь вообще-то не заплакать. Давайте посмотрим другой челлендж. Скорее всего, он будет совсем крутой, другой и не такой, как этот. Называется он телепатия слайм челлендж. Лизун из случайных ингредиентов. Twin Terry Perry Slime Challenge. Are you hearing me?
Sorry for my English, boy. Let's take this shit. 30 минут, блядь, 30, блядь, минут. Всем привет, с вами Маша. И Денис. Да, Денис, опять Денис. А, Денис, я думал, Кирилл, почему мне показалось, что его Кирилл зовут? Бедный Дениска, опять за ним смотреть. Просто, это просто без слов, просто чекай за его поведение. Тэнчик, блядь! Котиками, либо он действительно уже внутри просто, он мертвый. Он мертвый, его нужно спасать. О, у меня такой же счетчик стоит, правда не по центру комнаты, а на входе в квартиру. Почему у него по центру комнаты счетчик? Дениску, вызовите ему скорую. Ему хуёво реально с ней жить. Слушайте, я вам скажу так. Соня, когда мы переедем, Соня хочет запускать свой канал, ну, типа, прям вообще профессионально заниматься своим каналом, и она меня хочет заставлять в её роликах сниматься. Я буду как Дениска, тупо, серьёзно. Если я буду монтировать ролики, я буду на себя камеру приближать, и эти тупые лица ещё себе делать. Ставьте большие пальцы вверх, если вы любите. Любите этот челлендж, ставьте в комментариях, хэштег Team Fight Forever, снимай Машу больше этот челлендж. Давай здесь у тебя скидывай. Я люблю на твоей территории скидываться, давай. Мне нравится. Смотрите, я отвечаю, она доминантный, она типа просто, она такая, я на твоей бедный стороне. Бедный Денис. Они ложатся в кровать, она такая, я буду ебать тебя стропаном, блять, я. Жиза. Раз, два, три. Yes. Yes. Блин, Денис хоть выиграл, блин, камень, ножницы, бумага. А давай на каждом раунде скидываться. Нет, это зачем они вот это поставили долго, вообще? Типа, зачем эта половина? Я застряла у меня тут. Ладно. Она ну, сказала, ее слово закон. Он даже не выебывается. Не, на каждом раунде. Что вот это за картонка? Почему? Зачем она надо? А, они разделили стол, они не видят, чем они. Пожалеем, мы не будем скидываться на каждом раунде, потому что я понимаю, что это видео, это будет идти полчаса, а нафиг надо, чтобы телепатия шла полчаса, поэтому нет. Что за телепатия, я не понимаю. Подожди, они реально типа сделают... На втором раунде у нас уже появились лопатки. О, лопатки. Блин, Денис, это купец, блядь! Бедный Денчик! Посмотрите, следите за Денисом. Короче, чтобы вы понимали, надо, мне кажется, ролик смотреть вот в таком формате. О, бедный Денис, блин. На втором раунде у нас уже появились лопатки. Но мы их не выбирали, потому что у нас нету больше лопаток, они все грязные. Денис! Вот так вот представляешь. А помыть, блядь, тебе сложно. Хотя я уверен, что этим занимается вот этот мужик, и он свое получит за то, что не помыл наши ложечки. Сейчас я блядь, Денис. Моя хозяйка, нет, просто у меня не было времени их помыть. Да, просто он плохой хозяин, и я его конкретно выебу, блядь, сегодня. Все, давайте переходить к следующему. Смотрите, Дэн лепит что-то. У нас 11-й раунд. Как его? Чего? Селфи. Ой, как это называется? Кто? Смув. Суфле, вот. Дениска. Будет слово называется. Он уже слова забывает, бля. Бля, ему плохо. Скажите, где он живет. Я заберу его. Будет жить, он там на диванчике. Короче, слайм как суфле. Я еще ничего не перемешивала. Мурф. И у нас сейчас раунд. Кстати, бананчик. Между прочим. Желтенький. Сейчас, ладно, подождите, еще раз. Пиздец, блядь, это пиздец. Бананчик. Пасолетний. Желтенький. Между прочим. Желтенький. Спасибо, что не перебиваешь ни разу. Спасибо, что не перебиваешь, и спасибо, что ты меня не перебиваешь. Я тебя взамен в благодарность этого после того, как мы закончим этот слайм. Ебаный, блядь, делать, блядь, я тебя совсем не отпижу. В общем, на этом раунде у нас добавки попкорн, вот такие вот штучки, какие-то фомпы, что-то будет. Да сука, почему? Фу, Денис, блядь, все, остановись. И попкорн, вот такие вот штучки, какие-то фомпы, то что-то губка. Хоу чаунс. Ну, это не чаунс. Попкорн и колечко американский. Ты выбрал? Да. Я не знаю, что добавить. Мужик внезапно начал переигрывать, блядь. Он то сидел такой все время. Денчик, блин. Я не знаю, что мне добавить.
Я не знаю, я его не взял. А почему у них пропала стена? Раз, два, три. Блядь, Денису! Ну тварь тёлка, конечно, блядь, толстовку Денису испортила. Ну да, вот это была финальная капля. Сегодня-то ночью я тебя, блядь, и зарежу, пока ты спишь. Ты тупая, блядь. Ох, ребята, блин, это Денис, была вообще жесть. Вы видели? Это жесть была, конечно. Чуть не умер Денчик. Как? Он вот там залепился, и я такая, чё вообще, как так? Чего? Видели, ё-моё? Бассейн лизуна? Слайм? Пул челлен, 5 миллионов просмотров. Ты, короче, блядь, 5000 лайков на этом стриме, и я завтра еду в хуету, где лизунов, блядь, лепят, и слаймов. Я там, короче, меня будет Соня снимать, и я буду лепить лизуна. В прямом эфире в 360. Поставь лайк, сука. Такая хуйня. Короче, если вам ролик закатил, вы знаете, что делать, да? Подписывайся.